У Филиппа Ротто был ворох литературных наград от американской премии Пулитцера до французской премии Медичи. Кроме наиболее почетной из них – Нобелевской премии по литературе, на которую его выдвигали практически ежегодно, но которую он так и не получил. Как и всякий крупный литератор, он, рассказывая о своих героях, всегда рассказывал о себе, об отношениях со своим отцом, всегда тяжелых, об отношениях со своим происхождением. Еврейский беженец из Европейской Галиции, всегда очень непростых. Из его американской пастораль романа, принесшего ему 20 лет назад именно Пулитцера, явствует, что пастораль – это лишь по названию. Хранитель традиций великой американской романистики скончался от сердечной недостаточности. Филиппу Роту было 85 лет.